Ударными темпами в Саратове на 9 улицах идет ремонт дорог. Напомню, на реконструкцию дорожного полотна в этом году городу выделили 100 миллионов рублей. На некоторых участках ремонтные работы уже подходят к завершению. Один из таких объектов – улицу Шелковичную – осмотрел глава города. Подробности в нашем сюжете. Завтра к утру заканчивает ее полностью. Всю дорогу осталось немножко последней. И завтра начнет красить, рука поднимает. Буквально прям... Бордюры будут выброшены. 2 километра нового дорожного полотна на улице Шелковичной уложили в сжатые сроки. По плану завершить ремонтные работы в Саратове должны были к 11 ноября. Но дорожники говорят, при хороших погодных условиях закончат работы почти на месяц раньше. Однако Олег Грищенко призывает не торопиться и делать ставку на качестве дорожного покрытия, а не на скорости. Нам не надо гнать. Нам скорость здесь абсолютно не нужна. Значит, как это в старые добрые времена было, значит, 5-летку дал за 4 года. Качество. Нас интересует качество. Точно выдерживать все технологии, все технологические процессы. Вот это самое главное, да. Чтобы было понимание. Не надо там никуда спешить, торопиться, времени у вас достаточно еще, значит, по контракту. Одновременно Шелковичные ремонтные работы проходят еще на 8 объектах. Половина из них уже готовы, а на улицах Вокзальной, Рабочей и Откарской уже нанесена дорожная разметка. Правда, если принять во внимание общее состояние саратовских дорог, выделенных средств крайне мало. Мы взяли 9 объектов, вот получается вот такого качества. Новый бордюр, хорошее полотно, ровные, красивая, чистая дорога. Значит, по технологии, там, по-моему, через 2 недели можно наносить, уже будет на нее разметку. Современная, красивая дорога, но мы ограничены в своих возможностях, потому что мы сами себе не можем выделить деньги, и городу выделяют денежные средства на эти цели уже область, областная, все зависит от них. В этом году на ремонт городских дорог предусмотрено всего 100 миллионов рублей. Их городские власти стараются расходовать бережно. По результатам открытого аукциона по отбору подрядчика удалось сэкономить 18 миллионов рублей. И эти средства будут направлены на ремонт еще одной улицы. Тот подрядчик, который заявился и выиграл, удалось сэкономить порядка 19 миллионов, по-моему, да? 18, да. На эти деньги мы будем делать въезд. Он не был запланирован, но в рамках сэкономленных денежных средств, значит, ввиду конкурс-процедур, значит, будем делать въезд страны Петровска. Как и в предыдущие годы, городская власть предъявляет строгие требования к качеству ремонтных работ. Независимый строительный контроль ведется на всех стадиях. А это значит, что новые дороги должны прослужить долгий срок. Анастасия Куклева, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.